Доброго времени суток, дорогие мои подписчики, подписчицы и гости моего канала Афро Манго Мукбанго. Ну что ж, поздравляю всех с Днем Победы. Так, с праздником. С праздником. Желаю здоровья, счастья, удачи и всего самого хорошего. Так, что ж. Мы победим. Да, мы победим. Мы победим, конечно. Так, у меня сегодня на мукбанг. Рыбный салат. Тут мидии, креветки. Красная рыба, сыр дваро, сыр сливочный, этот самый плавленый. Что еще? Лук репчатый. И все, да? Получается, все назвал. Крабовые палочки. Крабовые палочки, да, правильно. Ну, вот такой, вот такая вот красота. Мешаем. Снизу вверх. Как Карцев. Снизу вверх. Не надо это. Три раза. Давай нас еще добавить. Слобода. Живая еда. Нет, не реклама. Прям живая. А я как из рекламы. Слобода, живая еда. Помнишь, такая реклама была? Что, руки, ноги есть-то? Голова? Чуть-чуть надо потемнее сделать. А тут слишком. Что там упало-то? Не знаю. Ладно, найдем. Что-то упало. Так. Не видно. Вкусно. Да, вкусно. Посоли чуть-чуть, если хочешь. Да, чуть-чуть надо посолить, правильно. Чуть-чуть. Не, мне не надо соли было. Хватит. Ты думаешь, и много? Тут такой объем. Это, думаешь, что много соли? Подожди, креветки, они соленые? Нет. Ну да. Они вообще не соленые. Бульон соленый, то есть не бульон. А та жидкость, которую находили, они находили. Ну, ты уже ее же это самое. Мы же без жидкости. Если бы была жидкость, то да. Но они растаяли, и получилась жидкость. А был лед. И что, это не жидкость? А я не про этого не говорю. А про что ты говоришь? Я говорю, что если бы ты жидкостью положила в салат, то да. Соли бы не надо было бы. А кто в салат жидкость льет? Скажи мне, пожалуйста. Салат не салат, а не суп. Когда будет суп, так помоги.
факелы астральных колонн зажглись в честь Дня Победы. Мы вчера об этом читали. Да. Хочу с бесами. Я его там прокомментирую. Тут это обморок. Ну, название. Название. Да-да-да, я вижу. Название мне не видно. О, господи. Все? Дальше. Очень вкусно. Thank you.
песенка. Третья строчка снизу, сверху, то есть. Я не вижу. Очень вкусно. Вот вторая строчка наша. Да. А что гадать-то? Действительно так и есть. У меня голова болит от этих бурь магнитных. Никто не гадает. Я лично не гадаю. Спорят, точнее. Вот. Ну, на то не ученые, чтобы спорить. Какой же там? Фотографию можно? А вот этот, господи. Ужас. Сколько лет было, ничего, черт, не написали. А, вот написали, пожалуйста. На 1984 году? Да. Напишу в описании, какие ингредиенты в этом салате.
некоторые новости вчерашние. Я знаю. Угу. Только что хотел сказать. Но. Ничего себе. Еле спасли. Да, да. А, она под воду. Сама нырнула. Океан наряд унесло. Угу. Океан ветром унесло. Конечно. Наряд дороже, чем жизнь, понимаешь? Угу. Поэтому нормально. Угу. Человеческий фактор. Конечно. Потому что не думают, что творят. Угу. Годен. Вот это да. Какой был. Какой стал. Какой. Внизу слева, посмотри. Угу. Да, да. С верхней фотографии сравни. На него не похож. Дальше. Последняя фамилия какая? Да.
Да, я знаю, но в сериалах, он все снимается. Это он? Да. Просто я лицо его знаю, что это самое. Угу. Знакомое лицо, но фамилию не знаю. Угу. Кошачья фамилия. Дальше. Угу. Ой. Дальше. Дальше. Уточнили, ученые уточнили возраст Иерусалима. Угу. Давай прочитаем, что там конкретно, сколько лет. В 586 году до нашей эры. Угу. Да. Да. Это разрушение было. Угу. После этого землетрясения. Да. Землетрясение было в этом году.
город, может, построен был еще раньше, чем Последняя и предпоследняя. Да, вижу. Так, чай уже остыл. Уже остыл чай. Я тебе наливал тогда, когда себе наливал. Вообще остыл. Холодный чай. Теплый, точнее. И 6 мая была эта самая вспышка. Вот поэтому у тебя и голова и болела. Да. Сильнейшая вспышка. Я как-то нормально перенесла это. В сторону земли, видишь? Да. Опять магнитные бури. Сила. Ага, да. Все. Салат очень сытный был, поэтому одна чашка чая. Давай, давай. Кружка. Кружка чая. Целая тарелка салата. Ой, была. Да. Ну зато наелся. Вот. Подписываемся на канал. Ставим лайки, пишем комментарии, задаем вопросы под видео. Не забываем нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Все, всех с праздником, Днем Победы!